Привет всем! Сегодня я расскажу, как подать отрицательное напряжение, смещение на выходной каскад. Трансформатор у меня это США-170. В него имеются две накальные обмотки по 6,3 вольта. Вот одна из них 8-амперная. К ней подключается общий накал всех ламп, какие есть. Еще есть на 300 мА, тоже 6-вольтовая. Вот я их включил последовательно, у меня получилось 12,6. В качестве упрямителя использовал двойной диод 6H2P, потому что полупроводниковый здесь не пойдет. Упрямляется полупериод. Это низкая частота и может быть фон. Поэтому использовал лампу. Накал подключил к накальной обмотке, к 8-амперной, параллельно стальным лампам. Из дополнительной обмотки подал напряжение на катоды. С анода снимается отрицательное напряжение, минус 22 вольта. Сглаживающий конденсатор, вот он установлен, изолирован от корпуса. Дальше подстроечный резистор, которым можно изменять отрицательное напряжение на управляющую сетку. Я могу любую лампу вот из этих подобрать, там из этих, какие угодно, взять к любой лампе, подобрать отрицательное напряжение. Не нужно ничего вообще менять в схеме. Дальше идет через резистор, он нужен, чтобы первую сетку не подключить к массе через потенциометр, потому что здесь низкое сопротивление, будет сажать входной сигнал, поэтому нужен разделительный резистор. Вот выходной каскад у меня на 13-й. На первую сетку входит сигнал с предыдущего каскада через разделительный конденсатор. Здесь же подается отрицательное напряжение, минус 18 вольт. Для данной лампы так положено. Катод подключен сразу на массу. Никаких резисторов, ничего здесь вообще нет. Сейчас я продемонстрирую, как она работает. Кальные обмотки, один вывод подключен на массу, вот второй провод включен последовательно с дополнительной 6-вольтовой обмоткой. Вот вид шасси снизу. Вот она 6H2P установлена. Перемкнуты первая, пятая, вторая, седьмая. Вторая, седьмая ноды, первая, пятая катоды. Шестая – это внутренний экран, замкнут с одной из накальных выводов, четвертой ножкой. Вот электролит стоит отрицательный. И потенциометр. Вот этим регулирую подачу минуса на первую сетку. Вот выходная лампа, вывод 3, третья ножка подключается сразу на землю. Раньше у меня был подключен через этот резистор и электролит. Я отключил, все это не нужно, подключается на землю.
Всем спасибо за внимание.